28 июля 2018. Сюрприз. До 30 июля 2018 вестибюль закрыл. С противоположной стороны. Это дуже гарно. Героев труда со стороны Познани вход закрыт. Да нет, метро работает. С другой стороны заходи. Нормально, нормально. Чё, для нас же старались. Так только что было. Опять. Да ну что ж только что. Год назад, наверное, уже. Ну зимой, по-моему, перекрывали этот выход. Вон, смотри, какая красота у нас. А я думал, что такое? Да я тоже. Ну, ты видишь, что на выходные перекрыли. Уже молодцы. Что не в будние дни. А то бы это для меня было сюрпризом, честно говоря. Там закрыта девушка. Закрыта на тот выход. На тот выход, женщина. А когда объявляли? Я что-то не слышал. Мне тоже надо снять где-то 10 минут. Ну ладно. Ремонт так ремонт. Наташа, ты видишь, к твоему дню рождения.